Золотая или серебряная медаль после 11 класса – результат колоссального труда. 227 учеников получили свои заслуженные награды и подарки от Комитета образования Читы. По традиции медали вручали руководители края и города. У многих выпускников сразу по две медали – федерального значения и регионального значения – гордость Забайкалья. Светлане Белоплотовой действительно есть кем гордиться. Старшая дочь Катя – отличница и набрала на ЕГЭ по истории 100 баллов. Я поймала себя на мысли, что я все время говорю «мы». Мы ходили на курсы, мы сдали на 100 баллов ЕГЭ, мы получили медаль. Не верилась до последнего, мы счастливы. Эмоции, конечно, переполняют, все очень красиво и здорово. Я решила поступать в МГЛУ, лингвистический университет в Москве, потому что очень люблю языки и учусь на филологическом профиле. Напутственные слова от бывших педагогов, фото на память с теми, с кем долгие годы провели за партой, концерт, танцы и уникальная праздничная программа перед первым серьезным шагом – выбором вуза. О своих надеждах и планах говорили и сами выпускники. План на будущее – я хочу поступить удачно. Хочу в Питер, выбрала там вузы. День сегодня вообще очень яркий, я думаю, будет. Впрочем, есть и те, кто сегодня волновался больше – родители. Все эти 11 лет они во всем поддерживали и помогали своим детям. И даже в свой выпускной вечер они волновались меньше, чем сегодня. Волнение, конечно, и гордость за собственного ребенка, за такие достижения, что он такой молодечек. Трудилась и получила награду за свой труд. Позади экзамены, а впереди их результаты. Поступление, выбор работы и взрослая жизнь. Я долго к этой цели шел, старался. Результаты по ЕГЭ за профильную математику, по русскому языку меня порадовали на этой неделе. Я очень лично обрадовался. Ну и, конечно, золотая медаль даст мне некие преференции при поступлении в высшее учебное заведение, так что я очень сильно рад. Ну, в принципе, я хочу военное. Михайловская военная артиллерийская. Но сначала праздник. Веселиться отличники умеют не хуже, чем доказывать теоремы и писать сочинения. Для этих ребят и сегодня, и в жизни все только начинается. Хотелось бы пожелать счастья, успехов, чтобы они всегда двигались вперед, чтобы все у них получалось, и чтобы они не останавливались на достигнутом. Анжелика Гришина, Максим Лобачев. Время новостей.